люди, полные света, оптимизма, надежды и любви к жизни. С удивительно сложными женскими партиями. Детский музыкальный театр имени Сац из Москвы представил пензенской публике оперу «Тайный брак». Жанр крайне редкий для сцены нашего города в принципе, а за 11-летнюю историю фестиваля «Золотая провинция» он вообще показан впервые. Мы хотели, чтобы в вашем городе, где нет музыкального театра, это удивительное искусство оперы было представлено этим образцом, и чтобы пришедшие зрители смогли понять, почему у оперы есть такие рьяные поклонники. «Тайный брак» – легкая комедия. В ней всего 6 действующих лиц. По сюжету богатый купец мечтает приобщиться к знати и для этого пытается выдать одну из двух своих дочерей за обедневшего графа. Но в сердечных делах все крайне запутывается. Музыку к этой классической опере сочинил Доминика Чемороза. По легенде, премьера была триумфальной. Король Леопольд II, при дворе которого произведения представили артисты, пришел в такой восторг, что потребовал сыграть оперу на бис целиком. Пусть будет мир королю, пусть будет мир королю, ликуйте все и каждый, ликуйте все и каждый, на радости моей, ликуйте все и каждый, ликуйте все и каждый, на радости моей. Детский музыкальный театр имени Сац участвует в «Золотой провинции» впервые. Вообще же фестиваль продлится еще 2 дня и завершится в воскресенье постановкой «Абсент» театром музыки и поэзии Елены Камбуровой.